Друзья, хочу предложить вам 36-й урок. Он записан здесь, на этой точке, на Чеховке, в Гурзуфе. Задача очень интересная, потому что урок нацелен прежде всего на то, чтобы расширить угол своего видения. И скала, и дом заставляют нас мыслить и видеть широким углом, как будто бы широкоугольником снимаешь. Довольно-таки непростая задача, но этот метод позволяет расфокусировать зрение. Конечно, мы собираем все по пятнам и делаем это дизайнерски, не буквально. 36-й урок, он нацелен на творческое решение этой задачи.